Чеченской республике по случаю праздника объявили 3 выходных дня. Как отмечают Курбан-Байрам в Грозном, расскажет наш корреспондент Чечни Артур Мустаев. Идаль-Адха, или, как говорят мусульмане России, Курбан-Байрам – самый значимый праздник в исламе. Он приходится на 10-й день лунного месяца Зульхиджа. В это время миллионы мусульман со всего мира собираются в Мекке для совершения обязательных обрядов хаджа и жертвоприношения. В эти дни верующие одновременно выполняют множество предписаний религии ислам, и поэтому они считаются самыми благодатными. Этот день для мусульман имеет большое значение. Он объединяет несколько видов поклонения Всевышнему, такие как хадж, обряд жертвоприношения, частое поминание Аллаха, помощь малоимущим, укрепление родственных уз. Верующие собираются в мечетях для совершения коллективной праздничной молитвы. Все вместе. Они громко повторяют за имамом слова восхваления Всевышнего. Затем во всех мечетях республики в точно обозначенное время мужчины совершают совместный намаз. После имам мечети читает короткую проповедь о важности этого дня и о том, как его следует провести. Это один из самых святых, дорогих праздников для мусульманина. Я хочу с этим праздником поздравить всех мусульман мира. Нашей республики. Сразу после праздничной молитвы мужчины отправляются на рынки и специальные места для забоя скота. Каждое жертвенное животное должно соответствовать целому ряду условий, быть определенного возраста и не иметь изъянов. По случаю праздника Курбан-Байрам в республике объявлены 3 выходных дня, так что любой желающий успеет совершить и обряд жертвоприношения, и навестить всех родственников. Артур Мустафи, Зелимхан Бунтушев, Вести, Грозный.